Подведены итоги всероссийского конкурса на создание проекта «Мемориала строителям безмолвных рубежей», который возведут в Козловском районе на повороте с трассы М7 на село Байгулово. На суд Творческого совета Российского военно-исторического общества было представлено 13 проектов от авторских коллективов из Чувашии, Оренбурга, Брянска, Москвы и Московской области. Мемориал посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. Напомню об идее создания комплекса в октябре прошлого года впервые заговорил глава Чувашии. По его мнению, открытие мемориала позволит привлечь внимание к республике, в том числе и увеличить турпоток. Олег Николаев направил обращение на имя председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, чтобы организовать творческий конкурс, чтобы определить, как должен выглядеть мемориал. Большинством голосов победителем признан проект архитектора Константина Фомина. Над мемориалом строителем безмолвных рубежей Константин Фомин работает совместно со скульптором Андреем Коробцовым. Среди самых известных проектов творческого дуэта «Ржевский» – мемориал советскому солдату близ деревни Хорошево Тверской области. В Чувашии появится современная, нетривиальная композиция с оригинальным авторским подходом. Композиция состоит из 38 стел, повернутых под разным углом. Каждая символизирует 10 километров вот этих вот оборонительных сооружений, всего их 380 километров. Сейчас ведутся проектные работы, происходит изыскание на месте, то есть определяется генплан. Художественно также памятник, весь этот проект будет дорабатываться, и, возможно, будут какие-то достаточно серьезные изменения, но концепция останется неизменной.